Всем ассаламу алейкум. Вы все видели, как Асхаб Тамаев, да, побил накачанного тиктокера, да? Ну, знаете, сколько я ему бросал вызов, да? Он не принимает мой вызов, потому что он знает, что исход боя может быть по-другому. Ведь он знает, что я могу его ушатать. Ведь я конкретно сюда пришел не болтовать, а ронять. Асхаб Тамаев, чеченский халк, прими вызов обычного работяги-бродяги с города Кокшетау. Меня зовут Олжас. Олжас Таем, всегда на связи. Да, тебе нужны медийные, личность медийная, да, чтобы были просмотры, да. Но все же, прими мой вызов, и будут у тебя просмотры, знаешь, да. И многие, кто поддержит тебя с Казахстана. Прими мой вызов, Асхаб Тамаев, если ты считаешь себя чеченским халком. Если нет, то это, как бы сказать, твой псевдоним не будет уже твоим, а будет моим. Олжастаем, всегда на связи. Как-то так. Ассаламу алейкум.